Приветствую, друзья. Ну там меня так попросили. Ну покури свою знаменитую трубку. Мы давай посмотрим на тебя. Ты же художник, писатель, там философ. Ну вот она. Но я не курю сейчас трубку, чтобы не подумали, что я там кого-то агитирую курить. Это вредно, друзья. Я врач, и я вам это говорю с полной отчетностью для себя. Я-то курю 50 лет, и 50 лет занимаюсь врачеванием. Я это к чему говорю? Потому что не каждому бросать так легко, и поэтому мы проводим вебинары, как отвыкать от вредных привычек. И мы проводим разные вебинары. И вот сейчас будет вебинар, ну, совершенно могу сказать, замечательный. А на картины пока не обращайте внимания. Мы еще с Александром, с нашим, стенку не оформили. И с Владом нашим Орловым мы звук только починили. Вот сейчас вы мне напишите в комментах, как звук, как вы меня видите, потому что Влад Орлов говорит сейчас мне, ты, говорит, убери эту новую камеру, она тебе, говорит, так каким-то образом освещает, что у тебя как лицо какое-то белое становится, не цветное, как обычно, неестественное. Ну вы мне напишите, нормальное у меня лицо или уже нимб над головой. Я не знаю, как это происходит. Я-то свое лицо вижу нормальным, а Влад Орлов говорит, это вам так кажется, потому что вы себя любите. Я говорю, так и ты себя любишь, и каждый себя любит. А как же, куда денешься? И Царство Божие на земле есть, внутри вас есть. Люблю это от Христа. Царство Божие внутри вас есть. И наша школа «Человек будущего» Homo Futurus за сохранение мира и разума на планете. И мы работаем на это, для того, чтобы было меньше кризисов на Земле, меньше потребностей в лекарствах. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. А теперь пишите комменты, потому что будет вебинар, очень замечательный. Буквально через несколько дней объявления еще будут. Я очень вас прошу. Описание прочтите под роликом. Чтобы все было понятно, даже новичку, который заходит и потом мне задает вопросы, вы кто, врач или психолог, то да, я врач, 50 лет опыта практического. Еще спрашиваю, чем отличаются бесплатные ликбезы, которых у вас много, которые по 2-3 часа с зумом, от вебинаров. Ну как чем? На вебинарах у нас, во-первых, тема обозначена. Во-вторых, человек выходит в зум с очень тяжелым вопросом. Я с ним работаю, и все видят, как надо работать, имея 50 лет практического опыта психотерапии. Вот чем отличается, друзья. Поэтому вы сами разберетесь, прочитайте описание под роликом. А эта выставка у меня будет буквально через несколько дней. Приедет Саша, мой друг, психиатр, и он ее уже дооформит, чтобы голова моя была побольше, и картин было побольше, и каждая она видна была в отдельности, и очень хорошо, что все было. Пишите свои впечатления и пишите свои предложения. До встречи, друзья!